первых числах июля исполнился год интернет-телеканалу «Пятигорск Позитив», который был создан по вполне понятной причине – негатива в нашей жизни больше, чем достаточно. За год на канале появилось свыше 100 сюжетов, практически по 2 в неделю, которые отражали все то, что искренне радует жителей Пятигорска. Касалось ли это истории города, его архитектуры, культурно-образовательных акций, открытия новых или реконструированных объектов? «Пятигорск Позитив» гордится тем, что эксклюзивное интервью нам дали такие знаменитости, как актеры Юлия Снегирь и Сергей Пускипалис, кинорежиссеры Константин Худяков и Леонид Белозарович, музыкант и культуролог Михаил Казинник. Благодаря нашему партнеру «Пятигорск Онлайн» многие сюжеты просмотрели десятки тысяч зрителей. Мы благодарны всем за внимание, за дельные советы и будем дальше работать в том же ключе, ведь «Пятигорск позитивен» и с этим ничего не поделаешь.